Из него делают типа уже жезл, которым чалят. А, ну которым чалят, но ну, не тот же жезл, которым стреляют. Не-не-не. Чувака, пуха сияющая. Конечно, блин. В гильдии спроси, может, у кого есть. Точно, у меня же из гильдии. На тебе лидера, зарягай там что-то. Да я уже не хочу, и мне расстроен. Пошли, качаем мне левел хотя бы 27. А куда мы пойдем с тобой? А, помнишь, мы вчера хотели пойти фармить нежить? А элитные квесты мы сделаем в той локации или забьем на них пока? Какие? Ну, помнишь, на элитку, там у гномов тупых. А, ну, может быть, по дороге. Странно, подожди. Не хочет БГшить, мне приходится перерасход денег, блин. Я тебе говорил, сколько стоит джезл, да? Да, 2 голда. Еще я, короче, просмотрел все инсты, вроде мне больше ни хрена не надо, которые нам доступны. Ну, вроде с 29-го там гном реган, но вроде там тоже ни хрена не надо. За исключением, что с ласта, возможно, тебе пуха надо. Но я сомневаюсь, что мы потянем ласта гном регана на 29-м. Да боюсь, мне разницы нет, что пуха с много силы или ловкости, что тело с много силы и ловкости, ну или любая другая шмотка с много силы или ловкости. Если там была любая другая шмотка легкая с много силы или ловкости, я бы сказал, там такая есть. То есть мне абсолютно пофиг, пуха, не пуха, понял? Не знаю, как здесь, я не видел крутых пух еще на друида, но дело в том, что на ЛК, когда я помню, смотрел на пухи, то на них написано, что повышается power в форме кота или медведя, понял? Здесь такого не написано. То есть, что дает сама по себе пуха, не важно. Главное, тут именно параметр power. Верни мне лидера. Не, ну так параметр power там тоже очень большой. Да, ну этих пух я не вижу. Не видел ни разу. И нету их, наверное. Не, я имею в виду параметр просто силы и выносливости. И остальное. Не, ну да, силы выносливости. Просто я же говорю, я меняю он разные пухи. Есть у меня пуха, которая там, у которой 12 урона в секунду, у которой 16 урона в секунду, у которой, я не знаю, 19 урона в секунду. А тут 29 урона в секунду. 18. И разницы в поваре никакой вообще. Вообще что? Ничего не а меняется. Это дает 16 силы и 5 к ловкости. Ну, может быть, если бы 16 силы, конечно, да. Еще и используется, увеличивает твою скорость атаки на 50% на 30 секунд. Мне кажется, скорость атаки тоже до одного места. Именно здесь. Не, ну так это же как используется, ну, в смысле, автоатака кота. По-моему, не меняется она нифига. Может быть. Дай мне лидера назад. А я отдал уже, ты пиздишь. Бей Рокью. Нормальный человеческий Рокью. Без всяких дебилов. Без чего? Без дебилов в пати, которые меня сегодня хвалили. Говорит, you are the best priest. You are the stupid noob, блин. Я помню, мне один НПЦ тоже говорил, что это за пляс. Не, вот там реально было сложно, потому что у танка 400 хп, и там, блин, полный ад, там пробивали все. А потом с медведем нормально. Ну, медведь такой умненький попался. Ну, не знаю, я когда там прыгал... Потом он говорил, что он будет офф-танк. Ну, то как ты прыгал, да. Так. Ну, он так не прыгал, но он мне показал с пушкой фишку, она еще круче. Да, ну просто кто ж мог знать, я-то дитя Двиноры. Ну да. Я-то, блин, садился на эти пушки и убивал из них мобов. А здесь так нельзя.
да, несправедливо. Опачка, ты видишь это его эльфика, я нет. А еще я туда два раза пошел, понял? Два раза. Считай. И оба раза дропнулось. Где-то говно, блин. Черт. Это ж не это. А вот это. Вот это, вот это пуха, оба раза дропнулось. Ну та, которую ты говорил. Угу. Она не сильно намного отличается от моей. Ну, на ловкость. На 4 ловкости. Ну, это не прям, чтоб... Хотя да, она не прям синенькая. Можно понтоваться, что она синенькая. Вот. А выглядит она страшная. Она О, она же примеряется. Прикольно. Она, короче, выглядит как уменьшенная версия булавы великана с Каримом. Честное слово. А с посохами друиды все-таки поинтереснее. У меня есть вот такой посох. Вот. Сейчас. А этот нашел. Синенький? Вот. Синенький, да. Черт, тут что-то не с тот спингом. Этот на интеллект, он конченый. Ну, все-таки. Он такой, что в бороде бегать. Ясненько. Надо их обрадовать, все эти пухи. Нет, конечно, не продам вас. Ну ты вслух так сказал просто, на самом деле так, конечно, с никто делать не будет, да? Слышишь, ты нигде нету первой странички. Я тебе скидывал потом, когда ты сказал, то скидывай мне, я тебе их отдал. Да, ну мне надо первая. У меня есть третья, четвертая, вторая и третья. А, ну я третью два раза сказал. Не, однозначно что-то был, какой-то откат, потому что у меня не так стояли эти все свитки внутри. Инвентаря. Я все банки тут красиво вот так вот вылаживал. Да, я так сюда делаю. Зачем, правда, не знаю, все равно не все на панельке. Ненавижу пантерок. Мчался, блин. Конечно, блин. Ну иди, иди. Ой, иди. Слышишь, все пантерки тебя тоже ненавидят. Я спрашивал у всех. Че, пойдем элитку или полетим в этот, блин? Да, пойдем элитку. Так, прощай, пушечка. Ничего себе. Сейчас пойду. Ой, это же я оставляю обычно, ну ладно. И посох. Мы с тобой все равно обе локации пройдем, если что. И ту, и ту. Зачем? Ну, может, по элитке пройдемся там и все. А потому что, скорее всего, мы попадем с тобой, пойдем в какую-то 30-ю плюс локацию. И там наверняка тоже будет 2-3 квеста и все. И беги в следующую 30-ю плюс локацию. Ну и то, что мы бегаем все 20-е, это что-то даст, что ли? Не, ну че, ну это уровень поднимает. Достаточно серьезно. Ну хотя бы на пару левелов поднять его, чтобы там на 32-м, допустим. Не, ну все равно основная наша локация это эльфийская. Ну да. У меня с ней больше всего воспоминаний. Такие вот мертвые орки. Эти вот дрыгающие лапки троллей. Тауренты, которые не умеют разворачиваться. Да, такие, которые крутятся. Мертвые локи там. Мстители-неудачники, которые прибегают, ищут, 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 найти не могут. Ну, иногда находят, чаще всего, но мне вот именно запомнились только те, которые найти не могут. Вот эти, ну, у нас следующая локация, получается, 30-й срок, это Десолейс, вот это вот, это получается там, где Маратон, да? Mm.
Я сейчас все объясню, если что. Да ладно. Хотя есть еще... Нет, ну вообще-то, подожди, ну смотри, там... между ними же есть 15... А, мы же что там были, да. Да, может там еще что-то, конечно, появилось. Да, Марадон. Скорее всего. Вот, но есть вариант, конечно... Есть вариант пойти к Таурентам, но там, наверное, нету наших квестов. Там, наверное, их очень мало. 25-й, 35-й. Ты имеешь в виду 1000 игл или куда? Ага. Фиг его знает. Может, им там... Не, ну, судя по всему, придется много где побывать. Но, если честно, вот, а, вот тот твой план с той локацией, где Марадон, мне, конечно, немножко... Ну, у нас выбор какой. Он же ж немножко не эльфийский, как бы. Я-то понимаю, ну а что еще у нас есть? Ну, у хумов есть... У нас есть Арати, получается. У хумов есть, это хумская нижняя локация. Вот. Есть, в принципе, долина. Арати, да. Арати, ну, Арати, конечно. Вообще адская, это тернистая долина. Ну, хотя в этом есть свои плюсы, конечно. Там же ж не то, что хардкор, там же ж полный трындец просто. Ну, и, может быть, еще в ближайшее время туда сходим, посмотрим, что там. Ну, мы ж туда, в принципе, в лес пойдем. Вот. Дусквуд этот. Побегаем. Жалко, короче, через мобу, может, будет трава. Блин, а я бегу, шкуры не собираю. Хотя они у меня-то спались вообще тут, где шкуры. Дурские, да? Ну, на эти штаны нам нужна вот эта краска. Ну, и нужна крутая шкура, которая с этих мобов крайне редко падает. Вернее, с этих вообще не падает. Она падает только вот в этом вот месте, где мы делали квесты на ящеров. Mm-hmm. Там, где я фармлю. И то очень редко, как бы. Далеко не с каждого. На медах она... рано далеко? Ну, конечно, нахрена. Ну как, ну 10. Mm-hmm. Вот. А у меня, она, скорее всего, даже есть. Эта вся шкура в банке. Ну только всех моих запасов хватит там по одному штану сделать. Вот. И она выбивается, в принципе, очень даже неплохо в этой верхней локации ворать. Интересно, там под конец кожевничества всей этой немыслимой дрочи есть какие-то цитики? Я смотрел не особо там. Не, ну это все равно они как-то приблизительно одинаково назывались. Там как-то Black... Плечи Black, перчи Black эти, но они как не сет. Тут вообще сетов очень мало. И они идеальны. И они все по 7 ячеек. Ну, вернее, все по 7 шмоток. Да. Не, ну они же там дают, начиная с 2, по-моему. О, тут еще какой-то квестик дают. Сейчас я подойду. Убить кого-то и откусить ему ухо. И дадут за это Сереж. Палец дадут. На интеллект. А, да я этот брал квест, потому что я еще не брал. Так, а что это у нас за квест? Мне говорит, мэн, если ты хочешь, короче, добавить... Для For This Elite, we have group. Ну, короче, ты должен... Ты хочешь... Спроси, you have a 2-slot. Ладно. А? Сейчас я разберусь, кто мне это написал. Я уже, в принципе, рядом. Пока ты разберешься, я уже подберу. Зовут чувака V-Control, вот так вот. Тут мудацкий орк. Ну ладно. Где? Все, он уже убежал, мудак. Ненавижу. V-Control, V-Control. Кто из вас V-Control, блин? Так, Левпатия. Пиши плюсик, короче, давай. Ага. Где этот Виконтр? А, вот он. Фак, тупой, немыслимый метод. Кто? Руичу. А, тебе уже дали. Да. Так, let's kill them! Давай, мы команда! Мертвые вары, давайте! Странно, катапульт это не тот, это не то. Я предполагаю, танк тот, который мертвый. Танк. Там морда вообще, ничего? Черепа. Внутри?
Не смущают тебя, вон они прыгают. Я не вижу никаких черепов. Не? Серьезно? Так. Они наших формят или нет? Там есть еще 22-й. А мне это нет, не формят. Наши формят. И, видимо, орки решили перемирие сделать. Ну мы знаем это перемирие. Мы знаем. Я сейчас подобиваю их на нет. Знаем это перемирие. Я могу сейчас испортить всем квест, начать с орками воевать как бог. Интересно, где этот Йорс оф Балагарас? Что тут надо вообще сделать, почитай пока. Убей Балагараса. Короче, это какой-то босс. Надеюсь, мы его тоже убьем. Ну да, я переагриваю, да. Без ядов, ДПС, да. А что ты яды не кинешь? Мне на замедление стоит. Ну я могу на ДПС перекинуть, не хочу. Ты ж мудацкий орк, смотри, он что-то на нас матерится и такой ха-ха-ха-ха и жрет пивасик. Типа, смотрите, я могу вообще даже пьяный с вами. В одной руке пиво, в другой... Молот. Смотри, я с вара танка сдираю легко с двух экстапов. Ну уже он переагивает. Не факт, что это вар танк, это может быть и не танк. Не, это вар танк, чё? Смотри, сколько. Хотя щит, это не показатель варка танка. Да. Ты сам видел видюшки, а я ему полностью верю, тому чуваку, который об этом говорил. Что тут даже арморы иногда бегают щитами, потому что топ. Ай, да ладно, я хильну, блин, этого прототанка, блин. Вообще-то я бегал варом со щитом, если ты не помнишь. В смысле? Ну, мой вар даже на катаклизме, у меня все бегали со щитом, кто могли. Не, ну они вообще постоянно. Да не, ну постоянно нет, но это как бы зависит от ситуации, понятно. Блин, походу я тут хил. Ну и повезло тебе, чё. Я же ж хотел дебажить. Смотри, какие они все извиняются. Как же вы не бесите все. Говорит, сори, я не хотел спулить двоих. Я знаю, что он... Я прочитал слово пул, а я хотел. Два и улыбочка. Вот. Из меня тупые вары, блин. Ай, ладно. Я вас всех вас ненавижу. Ну, теперь сами занимайтесь, не переагрили, блин, ваши проблемы. Вот, блять. Мы умрем, да? Не знаю. Пока только двое нам. Ну это третий уже. Ну, подряд, да. Сейчас кто-то точно умрет. Или нет. Да с нами в пати 35-й вар, блин. Да его вообще-то так и пробивают. Не, судя по всему, он не там. Ладно, я автоатакой хоть бы. Да вы бесите, ребята, блин, ну. Не, ну я понимаю, они дебилы, ну а ты чё, блин, не добиваешь? Я постарался, но не получилось. И вообще я не могу их добивать, когда они бьют меня, как ты себе представляешь, блин? Они такие начинают, понял, убегать. Вот, ну, такой, понял, гном начинает убегать. Ого, меня рвануло, ну. Они когда умирают, они взрываются. Сами его убивают. Я сейчас его добью с этого самого уже постелся. Все, это последний, потому что у меня маны больше нет. Хорошо, ты мне это сказал. Бегай, дебил, вот сюда. Там. Блин, что-то вар вообще в беде. Ладно. Злодейский крик. Ну ты же ж ПВПшер. Блин, по-моему, я этому вару, который девочка Хум вчера помогал квестики делать. Ну как помогал? Я воровал у мобов его и амбушами их добивал как попал. И он был 5-й левел, да? Не, он был 22-й или 23-й. И он мне такой, спасибо, спасибо. Бля, Хантес не врает, козлина конченая. А, он это резает. Я не могу так вот, не ограбивши.
наши металлора пробивают. Пускай терпит. Блин, тут как всегда на крыше растет охрененная трава, понял. Но походу ее никто не собирает, потому что никто не может туда добраться. Он внутрь пошел, да? Пошли. Я не знаю, а где он? Кто, где все? Домик в домике. А. Ну, возле домика. У меня паника. Блин, я не смог ограбить. У меня тоже паника. Ты говоришь, все добрые, блин. Это фигня, я вам попросил внести. Если вам не жалко, отдайте мне, пожалуйста, кому не нужно зеленку и ткань. И мне все, короче, отдали свою зеленку ткань. Не, ну ткань много на каких серверах отдавали. Почти всегда отдавали. Не знаю, я бы посоветовал бы этому вару вывести его. Чуть-чуть. Я. Вот все, нам хана. О, ну да. Отлично. Ну ничего, у меня есть этот. Я уже могу тебя долбить как бы. Ай, блин, бесячий. Кто бы там не был. Давай сначала набьем тебе шмота на интеллект, потом вернемся. Можешь начать крафтить себе шмот на интеллект. Играть совуньей. Он умрет. Да? Я умру, блин, быстрее. А не он, блин. Не знаю, чем тебе помочь. Я только добиваю, как бог. А черт, не, я все-таки реально умру. Потому что вары у нас офигенные дебилы, блин. Не, вроде ты живой. Я банку съем, попробую еще раз хильнуть этого вара. Последний раз. Он ханта пробивает. Мне посрать на ханта, блин. Да, теперь меня, а не, не меня. Все, давай. Можешь начинать убегать чуть-чуть. Интересно, куда тут можно убежать? А через элиту, только под ускорялкой. Офигеть, нет, я уже не убегу. Знаешь почему? Потому что я потратил всю ману на исцеление этих дебилов. Не хватило маны на перевоплощение. Ничего, я моба добью тут, если вы переживали. Все. Тебя не хочу я добивать. Так, надо придумать, где резнуться. Ну, в принципе, тут можно резнуться. Я думаю, тут безопасно, где я умер. Почему все дебилы? В следующий раз и мне придется убегать, у меня же второй ванеш через 5 минут аж. Говорит, второй раунд. Нет, 6, 2, 3, 4. Мне нужно демолиционист. Демолиционист. 5 6 2 and. А чё 6 дворфов? Куда? Да. Дворфов 6. И ещё каких-то, да. Ну и плюс ещё ж откусить ухо боссу. Надеюсь, они хотят откусывать ухо боссу. Такой девочке не интереснуться. Ты за чё вы там бегаете всё? Блять, мне хана. Ладно. Ну ты не очень удачное место, если честно, выбрал. Да дело в том, что там не было тогда никого. Давай я отвлеку их. Да и толку. Spawn and run. Окей. Не знаю, хантес отреснулся, он 25. Нуб, 25. 26-й пацаны, они нормальные. А контец вообще должен был, блин, сейчас пойти и качаться, а он, блин, ходит на крутую элиту, дебил. Говорит, идите все к нам, мы живы, срок. А, это контец, да? Вот отлично, он ушел в альстелс. А ничего, что дебил, рядом с тобой кабан стоит твой. Вот кабан, моб, иди сожри его. Да нету там кабана.
просто вообще потрясающий. Ладно, я мастер пойду маскировки. Скажи, я отвлеку. Я, конечно, могу сам умереть, но маловероятно. Отвлечь? Да я кабану пойду. Надеюсь. Где тут кабан? Вот где я, там и кабан. А вы где? Да вот я прыгаю, что, не видно меня? А, вижу. Как бы к вам туда забраться. А кабан где? Ну вот он. Вот тут и резайся, все нормально. Черт, немножко не достаю. Ну, вот тут, вот тут достаю, вот тут. Ну попробуй, но это не точно. Сразу забегай назад. Ага. А где вар? Бля, они вначале резнулись. Как? Ладно, ну мы с тобой-то сможем туда доползти, наверное. Да портят нам вот эти 2.25-ника нубских, понял? Всю эту, блин. Тут не очень безопасно. Если бы они были хотя бы 26-е, хотя бы, да? Mm-hmm. Уже могли бы реально пройти тут без вайпов. Нагибать уже могли бы тут нормально. А так, блин, испортили всю игру, блин. Сами, блин, ни хрена не тащат и блин, портят игру другим, блин. Ну, за мной, я не знаю, даже чтобы не спалили нас тут. Ну тут же вар опять умирает. Да ну, ну это... не гони, ну блин, ну ох ты, сука. Что такое, спалили тебя или что? Да. Охренеть. Да как так, блин? Тупой же ж ты дворф. Мне кажется, что ты чуть-чуть потерял сноровку, не? Отстань, я устал. Вар, я тебя спасу. Ну, вернее, я сначала ограблю, а потом спасу. Столько бабла, блин, просирается. Я в прошлый раз 15 серебра заплатил за ремонт. А в прошлый раз у нас что было, что? Не знаю. Но что-то было. Нам нужен босс. Где босс? Болгар the Forum. И хил. Вместо, например, 25-го вара. Беспонтового. Пойду босса поищу. Так, а если бы ты был боссом, в каком домике ты бы был бы? А слышишь, они далеко видят почему-то эти моба. Я знаю. Они, во-первых, тридцатники, а во-вторых, реально далеко видят. Я ж поэтому и полз как бог просто. Блин, тут они на входе сразу стоят. Ну, конечно, 60-ник помогает роги делать. Ну, понятно, блин. Да? Не поспоришь, блин. Убей этого моба. Убей этого тупого рогу моб. Один удар. Давай, еще один удар. Черт. Не убью. Там 2-6. А не 2. А они уже фармят там, что ли? Я его за них стану. Блин. У них уже мало хп, Кен. Минус один. Минус ты? Серьезно? Нет. Вар вышел. Ты умер. А, или ты не резнулся? Я уже давно умер, блин, я не резнулся еще. Прощай, Хант. У него не вышло убежать, как у тебя. Go for... Пошли за варом, короче. У нас тут давно. Да я знаю, вар 25-й, тот, что ты мечтал. Теперь еще хила. Могу найти 33-го ханта. Красавчик. При стиком так не получается выживать. Блин, череп орковский. Какой ты добрый. Тут никого нету. Еще один череп. А куда они идут все? На босса вроде как. Бля, он. Не хочу пока его собирать. У меня есть мечта. Докачать эту собирание трав до, по-моему, 300 с копейками там надо, понял? И найти этот стак черного лотоса, собрать его, понял? Получить 95 голды.
И купить себе маунта. Может и тебе, но это не точно. У нас вроде как босс уйдет. И это замечательно, потому что босс мне нужен больше, чем эти тупые мудаки. Да, что-то там, Dark Iron, кто-то, ладно, серьезно? Иди, помогай ему. Че? Потому что Гладиолус, он там в толпу забежал, чаршем. Ну он сдохнет. Ну уже можешь помочь, там один остался. Бежит? Не, наверное, не убежит. Я ему омоложение кинул, но... Не спасет его, ему один удар. Два. А не, все. Выжил. Жалко, то есть, слава богу. Они элитные. Да я знаю, что они элитные. Глупый, глупый Гладиолус. Да тут с них тырится фигня, на которой у меня за каждое открытие профа качается. 88 уже. Надо, наверное, будет сюда потом прийти, и когда кто-нибудь квесты делает, тырить у них. Блин, что... по-моему, нас закрысили нашего босса, или нет? А ну, агри его. Demotivation, Декара Туннеллер. Нас закрысили нашего босса. Да? Ну, я не знаю. Я вообще его тут не вижу. Ну, подожди. Тут вроде все обычные моба. Вот за того, кого убивает этот чувак. Блин. Охренеть, элита, блин. 30-я, да, по 35-му вару со щитом, да? Это тебе не, блин, где ты можешь локом там паровозить свою. Да, блин. На тебе, что ли? За что, мобик? Да, ты хоть других не надо. А там уже некого. Я даже не прошел разворот. Черт. Да вы издеваетесь. Не прошла на него это, понял, контроль. Так корни им кидай, господи, ты ж друид. Да, если он меня с двух ударов убивает, я как раз собрался за 2 секунды кастовать корни. Какой парень не справляется, не танчит ни хрена. Он сейчас умрет. Хотя он что-то сожрал. Надеюсь. Я замедляю моба его. Давай, замедляйся. Потанчи еще 10 секунд, а потом дохни. Не люблю быть хилом вообще, блин. Особенно с такими. А если тебя так вайпался? Нет, мы, если честно, маловато вайпались, но все равно. В основном, потому что у нас все минимальные левелаут. Ты же понимаешь, я один раз хилю и все, и на мне все мобам. Да. А меня не убивают с 3 ударов, я ничего сделать не могу. И убежать даже не могу. Потому что ману все спалил на этих дебилов. Отличненько. Не, 2 минуты, блин. Все, ну в жопу, я не хилю больше. Яд пройди. А меня? Яд пройди. И тебя. Ладно, вороты. Яд, о, зато и меня замедлил, мудак. Так, бегаем. Дебил, нахер ты вообще влез? Вар в лес, переагрел и сдох. Красавчик. Спаситель просто. Замедляющие яды проходят? А, проходят, да? Да, мы с хантом тут фармим как боги. Блин. Конечно. Имба ханты, блин, и имба роги, блин. Спасти ханта. Любой ценой. Черт, хант. Умри. Да мне, в принципе, фиолетово. Наверное, я его не дофармлю, да? А ну, пусть на нем дот потикает, я пока буду с корелкой побегать. Еще, блин, дальними скиллами лупит лишь. Ладно, я тебе запорню его. Ну не, он уклонился. Он вроде уходит уже. Да. Кто-то говорит, что must go, видимо, хант. Надеюсь, этот нас не поставит. Вам нужно быть в чем? Ай, блин, а я тебе бинтики продал. А это только бинтики работают на Варсонге и еда. Охренеть. Ну ладно, я тут что-то выбил себе. Mm-hmm.
слабые, ничтожные вары. У меня самого мана заканчивается. Выагриваешь просто одному с пистолета, правильно? Ждешь, пока Рога его оборует. Рога не оборовал, Рога начинает замедлять. И он уверен, что ты будешь его хилить. Ладно. Ты глупец. Кать, я не знаю, блин, ну твою ж мать. Может, я потанчу? Кстати, неплохой вариант. Ну куда вы? Вот ну что ж вы? Нет, это нормально. Да ну, он умрет. Ух ты. Он просто зря погнался. Что такое? Нам засчитывают этих дворфов. Не, я знаю. Вообще-то там сундучок. И на все остальное мне посрать. Давай, варагри, а я открою сундучок. Красавчик. Что там майор лежит? Хилки. И алхимка, ни хрена. А где взять тот тип мобов, которых у нас нету, интересно? А, они на той ставке возле той палатки респаются. И тут еще один стоит такой. Блин, не добью. Йо. Мы все умрем. Да я ж законтролил, ты дебил. Надо подальше оттаскивать их. Угу. Сейчас попробую два коста. Рука. Рудокопство. Ни хрена себе. Вот это чарка, да? Классно. Ну а ты, надеюсь, как-то сам отхилишься. На тебе какое-то омоложение. Но теперь расход. Да я потом бы сам отхилялся. Ну, у меня бы затикало. Рано или поздно. Да блин, мне не хватает мощи. Да ну дальше отводите, блин. Да я попробую. Прежде чем вы все умрете. А я не умрет, не переживай. Ну как бы мне его сарить? Зачем? Чтоб дальше отвезти, он же сейчас сразу начнет убегать. Он тебя ваншотнет, если ты сагришь. Да не, они меня убивают где-то ударов с трех. Ладно, пробью я яд сейчас, допустим. Вот сейчас он начнет убегать, у меня будет пару бэкстапов. Ну блин, пару бэкстапов его не добивает. Не, блин, ни хрена, блин. Хрени. Офигеть, он мне еще и гранаты кинул. Это новый, да? Да. Причем это, походу, не нужный. Они оба не нужны. Ну ты еще и хилишь нормально, как бог ты. Я? У меня не хватает нифига маны вообще. Вот масушат, и это очень больно. Они еще гранаты кидают. Я понял. Как мне отхилиться? Ладно, хильвара. А у меня нету маны его хилить. А, есть. Посижу по регине манку. Стой, вар, стой, стой! Всем посрать, ну ладно. Фига, ты английский знаешь, оказывается. Как бог. Как босса зовут? Balganas the Fount. Да? А как квест называется? Grim Task. Where boss? Какого он последнего, блин, моба, который нам нужен, не хочет фармить? Потому что их там до хера. А, ну ладно. Оу. Наверное. Ну вообще он дебил. Вар.
Он говорит, что боссовый хиро. Да не, вары это очень серьезный класс. Да, вот он. Это лог, короче, 34-й, блин. Интересно, мы вообще убьем 34-го? Мне кажется, ого, да чтоб ты, что его так бьет? Моб, короче. А, фух, я просто думал, мало ли. Может он подпрыгивает высоко-высоко и убивается. Бомбы эти, больно сносят. Да, больно. Коплю концентрацию, вот сейчас босс сарится, и он и так сарится. У меня нет маны. Кент, живи. Угу. Не, не втащим. Никак. Втащим я левел. Давай, 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 давай. Ничего не сделаю. Вдвоем так... сейчас втащим его. У меня все, маны нету. Я съем банку, но... банку... сейчас... да, ну, толку мне от банки, если она... я... если у меня откат банок. Проклятие. Я, конечно, его... не, не снимаю, это не проклятие. Это... бей тогда, что ты стоишь? А, нет, ты на перевоплощение. Да пофиг, буду автоатакой пожить. Блин, отлично вообще. Или умру. Потому что... иногда я думаю, зря я подошел. А в мишку, в мишку, в мишку, в мишку. Бегай от него. Только не сильно далеко. Так по кругу бегай, я пойду. Там, я... там сзади, смотри, короче, нам, нам смерть. Видишь? Да? Твою мать. 40, 60. Ух, этот отстал. Бля, меня еще масушит. Стой! Стой, сука! Ну Кент, ну вернись! А, не ладно, это была плохая идея. Все, он сейчас сам трескается. Где там, интересно, умер Влад? Надеюсь, Кайт этот так же со мной переводится, хрень. О, у меня есть формула чар, которую я выиграл. Банку надо тебе отдать все-таки. Выучить первого левого пробивания брони. Он понял слово катинг. Русский, что ли? Главное тут повесить, сейчас копить концентрацию. Не накопил. Накопил. Ну, не. Теперь он развернул, да? Так, тот повесить. Мне кажется, можно сагрить босса сюда. Ну, лучше. Бля, охренеть. Я тут, короче. Да дебильный ж ты будильник еще.
Ну, Кент, не гони, давай фигарь его. Блин, нафига ему саботажник? Блин, а наш я уже тут долго трындю, блин. С выключенным микрофоном, как бог. Тебе еще долго до 27-го, не? 2,5 палочки. Угу. Ну, наверное, если проделаем, каким-то должно быть. Как-то я не копил концентрацию. Ничего, он бежит в ворп. Интересно, ну этот маг, наверное, не с нами будет. Да мне-то посрать, если он убивает моих мобу. 60-й. Он меня сагрит. Так. Demolition. Demolition. А мне еще одного дварфа надо. К сожалению, там наша... О, чёрт, а я ж не хилил никого. Да. А, он на меня переключился. Ну ты красавчик, конечно. Все отвали. Блин, да плохо вообще. И ни одного нужного. Run. А не надо было меня. Ладно, он сдохнет. Он сдохнет. Не? Красавец я или не красавец? Там просто эти моба не нужны, блин. Я понимаю. Что поделаешь, если он не умеет читать? Такое иногда бывает. Опять крудокопство. У меня уже такая есть. Знаешь, Дед, в чем проблема? У меня заканчиваются банки на ману. Да? Они, в принципе, как бы... Ну, без... того стоило, я дварфа согрел. А где этот дебильный вар? Бля, и он кого-то согрел. Но он очень ненужного согрел, а очень нужного. Ну, вар, забери, дебил. Ну, и что ты творишь? Ну, так забирай его, фарми. На ком он, интересно? А он в тире бегает. А я вижу, но не бесконечно, что он будет в нем бегать. Видишь, он бегает бесконечно в нем. Ну ладно.
Я тоже парочку на хп сожрал, к сожалению. Не, я пройду. Ну, в смысле, не банки, а вот эти... Еда. Но мне одна вот дропнулась. Питьё. Демолитичен, демолитичен. Так, ты шут нас. Демолитист, опа. Агли. Сейчас. Вар дерется с кем-то. А, отличненько. С туннелером. О, боже мой, он больно бьет. Он стоит в кольнях, как дебил. Все. Давай, буду фармить нужного. Если вар сдохнет, то очень жаль. Сейчас опять будут, блин, тупые бомбы, которые будут меня пробивать, блин. А есть тупые люди, которые... помогают фармить. Нафига? Мобов. Отлично. Тут момент еще, блин. Тебя не хватало. Они босса сагрили. Это, кстати, вот та коза, понял, которая... Ай! Ой, блин, Кирн, я, блин, завтыкал на козу тут. На вара не завтыкал? У меня лестни. А, он еще не сдох. Ну, это вся мана моя. Черт. Он его хоть убьет, пойду. Под ускорялкой помогу, а не надо, да? Да тут просто рай для рудокопов, я не знаю. Черт, у меня нету никакой хавки. Ладно, она для слабаков. И элитка еще прилетела сюда, нежицкая. Ладно, я как раз толстый хотел посидеть ману полегенить. Короче, вот тут вар бегал, понял, он лежит. Вот этот, который был с нами. Угу. Который такой, типа, сори, мне нужно, типа, уходить, там, знаешь, так. А, я позвал вот этого хэлэвела, ты имеешь? Нет, и лежит мертвый теперь. Типа, бросил нас заради, там, я не знаю. Вот демонолист. Ну, что ты бегаешь, дебил, я ж не могу сам буша. Ну, давай. Догадайся. Ладно, я сам. Потому что он будет тупить до конца жизни. Ну, давай, вар, вот же. Ну! Сейчас убьет, нахер. Беги. Бля, как ему сказать бей, блин? Фас. Напиши фас. Ну, бля. А, о, есть. Тоже вариант. Быстрее сообразил, чем вар. Так, а ты кто? Вар. Катишь. Ладно, пока респа открываю. Чуть-чуть душа натырил. Несчастники, вар. Лежал мертвый. А нихрен бросать нас заради каких-то, блин, мудаков. Мы тоже мучаемся, да? Последние банки просираем. Не, блин, бабщик, блин. Может, тебе это продлит хоть чуть-чуть жизнь. Тупой бар. Предатель. Кстати, он левел вкачал. Вот крыса. Вот говно. Ну ничего, я сейчас тоже вкачаю левел. Так, а ты кто? Демолитейшн. И тут демолитейшн. Давай, вар, кого-то сагри. Упс. Я сагрю. Хрена себе. Два демолитейшн. Кинь на меня это обложение. Подожди, а как ты кто-то стрельнул в него? Блять, вообще все плохо. Я понимаю, да. И Лок ушел. Да, и блин, нет. Черт, я многих давай, сагрил. Я убегу, попробую. Это не ты, это они резнулись у нас на голове. Мне, наверное, ран надо было написать. Run, war. Run, forest. Черт, Диана, ран. Не смотри на клавиатуру, когда печатаю. Он убежал. Молодец. Я сдох. Несправедливо. Я не могу тебя резнуть. У меня раз в полчаса. Я понял. Фишка... что causes your attack to ignore
0% брони зависит от уровня. Это походу вот это вот игнорирование брони не развивается дальше в таланте. Оно просто идет один раз, учится и все. Дальше оно просто увеличивает урон моим дотом, завершалкой. Не прикольно, не хочу. Так, блин, у них там один дим... Наш? Да ладно, а как? У меня как раз два таланта, я могу себе ваниш выучить, откат быстрый. Слышишь, а как он это сделал? Что? Вар, ты молодец, давай быстрее беги, резайся. Рядом. Резнулся. Хитрый вар, хитрый. Фарми, иди. Иду. Бесит, что я по ним промахиваюсь. Бесит, что я хил. Я же ж убийца, я же ж феррал охотник. Все. That's all. Thank you. Ты куда ты побежал? Я не могу больше тут находиться, пошли сдаваться. Немножко вот видишь, такой оказался, как сказать, не талантливый, а такой неплохой вар, которому можно было показать, да, вот именно такой вар, и все, и некоторым тираешь. Что там сказал? Run, Forex, run, и все, и он бежит. Иногда проще, да, обезьяну научить танчить, чем некоторого вара, да? А тут вроде научился, да? Ну как бы нет, но все равно. Ну, с учетом того, как мы объясняли, да? Мне просто фул арену должен дать за этот квест нереальный. Две фул арены. На хила и на сову. Ты, видимо, ощутил необходимость шмотов хила, да? Вот, мне как раз уже, видишь, колечко мне сейчас дадут на. Отлично, у меня тоже есть колечко на интеллект дух. Вот повезло. Одену. Все равно у меня нет никого другого. Yes. Блин, что ты еще от меня хочешь? О, на тюрьму квест прикидываешь. Да? Какой-то мудак в тюрьме должен умереть. И дадут тебе конченый пояс. Или двуручную пуху. Неплохая. Ага, it's drawing group. Слышишь, а вот эта пуха не лучше, чем у тебя, не? На тюрьму, которая с квестом. У меня, короче, пуха такая, понял? 11 силы дает. Такая эта пуха сколько дает? 8 вроде, не? Я просто не успел толком глянуть. Да, 8, да, ты прав. Говно. И выглядит как говно. Гол. Вон, ребятам не хватает двоих человек и гоу. Угу. Гоу. Так, ладно, сейчас я быстренько выучу. Что лучше? Надо, чтобы какой-то орк за это ответил. Да. Что лучше? Я все равно, наверное, считаю, что лучше повар, конечно. Но у меня просто есть два варианта. Вот смотри. У меня есть талант, который, наверное, надо было заранее учить. Два раза учится, который снижает на 6 энергию, которую я трачу на бэкстаб. Всего бэкстаб тратит 60 энергии, да? Каждый раз, когда я учу этот талант, уменьшается 48. На 6. То есть у тебя сразу два бэкстапа получается? Получается два бэкстапа подряд. Неплохо. А второй какой вариант? А второй вариант еще на 50% увеличить повар. Повар в коте, в смысле? Да. Хрена, так повар, наверное, круче. Ну, ты можешь...
Ты можешь два бэкстапа поделать, если подлавливать у себя этот, ну вот эту фигню, понял? Ну как сказать, два бэкстапа больше, чем один бэкстап, но посильнее. Не, ну так ты же можешь, как ты говорил, под конец подлавливать. Или 20 штать. А, ты это имеешь в виду. Блин, наш. А, повара у тебя больше не станет. Черт, у меня КД. Рога крутой, черт. Так, ныряю в воду. Стихия. Все нормально, он добрый. Он добрый, да, по ходу дела. Вот так. Я запомнил твой ник. Слабак. Я всех слабаков уничтожу просто. Только истинных воинов, которые фармили меня, возможно, я буду убивать все равно, но уважать. Справедливо, справедливо. Это я справедливый. Я слишком добрый, да? Но просто если я один раз этот талант выучу, ничего не даст. Я все равно смогу ударить только... Получается, реген же энергии идет по 20, насколько я знаю, за да. Тик. Все равно ты ударишь только два раза. То есть ты только один раз. Да, то есть... Ну ладно, наверное, повар выучу все-таки. Такая трава, черт, какой-то орк, но он 36-й, к сожалению, не убьем. Вар. Формально можем убить. Но, да. Правда, у него какая-то чересчур светящаяся пуха двуручная. Я помню, мы как-то с тобой какого-то там поменьше вара не могли убить. Черт, там внизу трава. Я не уверен, что уже могу ее собирать. Ладно, в жопу ее. По-моему, не могу точно. Вообще, у нас туда был телепорт, ну ладно. Ну, это ж надо было назад бежать. Я не уверен, что назад 30-й бежать. 30-й лог. По дороге? Да. Я 30-й лог, такой я, офигенный. Я нападаю сразу. Да, у него не очень много маны. 290, блин. Офигенный. Не, ну у тебя, походу, криты там все равно, наверное, по 500 хилящут. Да я, блин, не смотрю. Мне это тут отображает в этом... Ну тут почему-то, по-моему, не пишет урон с умением у меня почему-то. А не, это уже умер. Просто если ты мне даже пол хп сносишь, это уже 400 хп. Да это я тебя сносил, у меня не было талантов на амбуш. Не, ну в любом случае. Они... Ну да. Это я говорю про минимум. А максимум там, наверное, у тебя вообще адский дамаг. Это ты еще и по коту, который достаточно тоже крепкий. Ну да, кот же тут не такой уж и в принципе. Не маг далеко. Ну да, у меня броня. Я вспомнил, как тут от эти присты, у которых вот эти щитки, которые надо перебафывать. То есть я постоянно 20 ударов, которые держат, блин. Ага. Такие увлекательные. И же потом вообще сделать бесконечные. А куда ты бежишь? Тут... Да, понятно. Крутая шкура. Причем много и... А чё мы не забежали, не глянули PvP шмот? Может, мы можем что-то купить? Или в жопу? Иди. Блин, тут ящер. Ладно, я вернусь тут 20 метров. Давай, я пока все равно тут шкуру забираю. Я маг 30, я лог 30 уровня. Кстати, они же понял, почему ватные. У них же толком никакой защиты вообще нету. Я знаю. Они вампирятся просто. По сути. Если, в принципе, приста намного сложнее убить, потому что у приста, как ни крути... Блин. Как ни крути, у приста есть хотя бы баф на защиту, да? Ну да. У мага есть этот щиток. А у локов ни хрена же толком нету. Не, ну они бывают достаточно плотные. Я предполагаю, что у них, возможно, есть какие-то таланты по этому поводу. Не, ну у них есть щиток, но он такой не особо со смыслом. На ЛК, блин, любой вар вертуханом убивает этих локов по 5 штук. Если те, конечно, в кучку станут и не будут ничего делать. Ну, я могу сдать квест. Да ладно. Какой-то, видимо, тут...
завершил. Черт, может и я мог. Не знаю. Так, ладно. Все это очень неважно. Смотрим 28 шмот. Если он вообще есть. По-моему, тут только 38. Что-то я туда бегал. 48, да, он 38. А не, есть 28. Требуется Honored. В смысле Honored? Что, серьезно? Репутация оратора, нейтрал. Интересно, что значит вот это Honored? Что это значит? Это что, за честь, что ли? Не за деньги? Нет, а не за деньги. А. Ну там до одного голда. Ну суть в том, что требуется Honored. Что это значит Honored, интересно? Может это какой-то... нет, есть Friendly, Reputation, вот Honored, да. Да, это 12-я серия репутации требуется на поиск. Охренеть, на 11 серебра парень отремонтировался. Реверет. Что такое реверет? А вот, это 21 косарь на ботинке, охренеть. А чё кроме этого есть? Я видел еще трыню. Трыня была на последнем. Требуется френдли. Френдли это 6 косарей. Друг. Блин, если друг, честно, вообще даже ни одной шмотки уровня меньше, чем за 6 косарей, понял, учатся? То есть, возможно, есть такая вероятность, что вот то, что я бегал в Warzone с своими вшивыми 3 косарями, это говно и никого не интересует вообще. Кстати, тут можно банку купить. И бинтики, да? Не, банку обычную хиловскую. Как это у меня лидит? Так, мне надо посмотреть... оружие на друида. Рост раптор. Купите что ли этот рецептик? Хм. Интересно, тут вообще на фералов бывает шмот, блин? Посмотри, вот рецепт на этого крафтинг. Я да, думаю... по-любому крафтинг. Последний раз. Где? На третьей странице, у того, что я смотрю. А, 29-й левел. Ноги, он... 7 охрен... ловкости, 7 этого. У нас, у меня на 4 ловкости, допустим, ботинки. Забирай. Ладно. А я тут кулинарку куплю. Правда, она стоит полголда, но все равно вдруг у меня будет на моменте. В 29-го надо еще докачаться. Мы, блин, полчаса бежим до локации, пока мы будем качаться. Да я же не говорю, что это сегодня будет, что-то. Мы еще БГшить будем с тобой. Я не так уж. Не, ну 29-го можно еще БГшить. Да. Ой, кстати, я сегодня еще так ржал, понял. Пристиком. Кидает мне дуэльку рога, понял. И я, вспоминая старые добрые времена, отбегаю, понял. И в эфире его нафиг с дуэли. Он мне пишет. Это типа не по правилам. Типа, не знаю ничего. Он мне еще раз кидает дуэльку. Я опять отхожу на максимальное расстояние. Он мне в ПМ пишет, понял. Подойди ближе, нуб. Я сел, понял. Потом встал, начал танцевать. Нападает опять в эфир. Так раза 3 или 4 я тебе говорю, я там так просто уцекал. Ну это же не по правилам. Я понимаю, да. Ты нечестный. А потом он написал что-то типа Holy Priest is Soul, типа как-то. Я даже не знаю, что это за обзывание на английском. Ну как-то он is Soul там bad там. Ну да, Holy Priest они такие. Ты ж хочешь, я тебя наваляю прямо сейчас своим престол в дуэльке. Если эфир не промажет, конечно, что вряд ли. Тут у меня вот там Том Гэрд Кип, как замок наш, видишь, вот этот. 30-й шаман убьем? Да.
подруги? Угу. Я пока подожду, но он в форме. Ничего страшного. О, ты уже здесь, ты, блин. Не видно, да, его вообще? Где там у него спина? Да? Нашел? Да, давай бей. О, я тут прошел. Что такое, Шама? Шама же вроде самые быстрые сейчас, не? Бежит еще. А нет, он наш. Хандец. А нас обидно умирать, да, от мелких левелов. Ну как сказать мелких, 3 левела разница не сильно большая. Не, ну я помню Рогана с... тот, который хотел добить, он же был вообще там 23-й или что-то такое. Оказалось, что это так мало, 23-й фунуп. Ну он был один, во-первых, у нас было вообще двое. Я, кстати, хотел на тебя амбуш проверить еще раз. Не хочешь, как хочешь. А ну блин, я хочу узнать, насколько он долбит сильнее с понижалкой брони. Я же выучил понижалку брони. И как вариант, да, все говорят, друиды должны встречать рог. Да не встречай, я не хочу дуэлиться с тобой, я хочу не, тебя... Не, я вообще говорю, друиды должны встречать рог. Там череп. Мишки, я видел. Ну какого, блин, мишки, если, блин, роги большинство пробивают броню? Какой смысл? Заради чего? Заради 6% воротов? Смешно, блин. Не, ну может ХП... А вот если, допустим, взять медведя, да? Вот у него, допустим, 1000 ХП, да? У кота, допустим, 800. Если тебя в медведя влупить на 200, ты превратишься в кота, у тебя станет фулл ХП? Или у тебя будет в процентах столько же отнимется? Там проценты тоже. Так. Что такое? Что это? Что это? Это рога 31. А я ненавижу рог. Тем более оркш-рог. Но он инженер, зараза. Зараза, да. Может нам обоим навалять. Но пухи у него не чаленые. Ну, конченый, значит. Ну, хотя они одинаковые. Он это значит, бой, что... да. Так, так, тихо. Черт. Ну, куда ты, рога? Ну, ну, что ты? Так, куда ты, что ты там вообще будешь делать в тех лесах? О, блин. О, там другая цель. Мне он больше нравится. Он не, череп. Это череп, что ли? Он череп, да. Ну как, хотя, наверное, он, не сильно скорее всего, не сильно крупный, потому что он фармит здесь мобов. Блин, навалять черепу, что ли, слышишь? Подожди, тут моб череп тоже. Я знаю. Так у него понт хп, как думаешь, мы его снимем или нет? Знаешь, попробуй, но беги. Вот если ты пробьешь его хоть немного, я подстряну. Ни хрена не пробил. Смотри аккуратно, он сейчас тебя найдет. Да, вроде ушел. Нет, ты там немножко пробил, но это крайне мало вообще. Да, мы так не убьем с ним. Ой, черт, вот это череп. Вот это надо бежать теперь. Вообще не оборачиваясь. Причем он явно ко мне бежал. Странно, ты ему как-то то ли прицел сбиваешь, ты фишкой, то ли хреново. Но у него с прицела выпадаешь, блин. Он не за мной бежит? Дальше должна быть... А, там же не для нас без территория. Я не вижу. Уже отвлекает безопасная локация, это миф. Так, а где тут наше село? Наверное, вот это Soul Shore, да? Вот это, по-моему, тут были. Не пойму, где он. Ладно. А все, я уже прошел давно. А я... Ты-то, может, и прошел, я-то нет еще. И тут сразу орк, 27-й вар. А мы можем его атаковать? Не знаю, я могу на него меч навести, значит, наверное, можем. Бля, я начну, наверное, потому что он на тебя бежит. Блин, ворота успел врубить, слава тебе, Господи. Ты ж говно. Ты смотри, какой мы хитрый, блин. Все. И не выпендривайся. Так будет с каждым. С каждым царвим. А, блин, я себя не бафнул.
Я бы еще в тюрьму периодически забегал бы. Так, это наш домик, да? Это что-то не похоже на наш домик. Че ты взял, что это наш домик? Дорого шел домик. Не наш. Тут бандиты живут. А бандит, подожди, видишь, так, паучок? Вижу, за рогой бежит. Ну блин, он как-то... Ну давай сеточку, ну! Мудацкие пауки вы, орковские, вообще... Догоняй. Попробую. Скинь ему какую-то фигню, он же рога, блин. Сейчас. Угу. Дерись, если ты не трус. Блять, паук. Ваниш. Паук, ты вообще за кого? Нежить ж вас тут фармит. Черт, почему-то мне здесь плохо. У него ускорялка. Добей. Отходи, все, уходи. Вот, я что имел в виду вообще? Я куда-то туда навел на моба, он кого-то держал в прицеле. Угу. Ты же понимаешь, этот кто-то может быть... Вот так. А, все, может быть. Этот кто-то может быть злодей. А, там внутри? Да. Ну да, там похоже было мобы на бумагу. Вон, вижу лока, 26-го. И, к сожалению, не только лок 26-й, там еще 22-й рога. Как вариант вообще. Моба респуется. Можно с него начать, потому что лок далековато. Там сейчас... А, нет, хотя... Он спрыгивает. Какой-то он хитрый. Похоже на локацию. Да, это скорее всего, помнишь, мы трала освобождали? Да. Трала отсюда выводили. Так, а где он делался? Где-то ж он нападет на кого-то, правильно? Ну, мне больше лок, конечно, нравится. 5, 4, 3, 2, 5. Пошли лока искать. Что, это какой-то не очень лога. Ну, там еще кто-то там маг какой-то мажет. Вижу. Как бог. Надеюсь, он паровозит. 24-м друидом. Вон мах. 20-й. Но у него друид хил. Он насрать. Так... Он... Ты... Они багаюзают крысы. Знаешь, что ли? На. Ах, вы ж конченые багаюзы. На, все. Я ненавижу багаюзов. Иди сюда, багаюз. У него ж друид хил. Багаюз. Да блин, тупые эти, блин. Мне не прошло, никогда замедлили. Догрызли. Есть. И пошли сзади рогу. Угу. Ну, меня замедлили мобы. Не уванишь. Так. Так. Не вижу нигде. Да все, отстаньте. Нехорошо, они меня раскусали. Смотри аккуратно, потому что рога не дремлет. Я надеюсь. Ладно, тогда пошли наверх, здесь походу чисто. Черт, ускорялку просрал на замедление. А не чисто, ну ладно, я моба здесь убью. Еще орковский хантец. Бегу прямо на него, 22-й, блин, ну хоть бы с боя выйти. Ладно, не буду выходить с боя, это для слабаков. Дай укусить. Черт, я что-то в бою. А ты в бою, не? Да. Надо искать, что нам мешает. Я-то уйду-то с боя. Все, есть. А, все. Хорошее место, хорошее. А самое обидное то, что тут сложно. Так, внизу вижу этого рогу. Я на него кину эту метку. Не надо. Блин. Давай убьем, его быстрее убить. Помрет. Хм. А, есть. Тут сложно же им делать квестики. Ну да, тут респаются, что они еще повсюду. Пока сюда дойдешь. Так, смотри, это вообще рейд, блин. 20-й, плиз, ты его убей, а я подумаю, что можно еще сделать. Давай я кого-то другого, я ж, меня больше сейчас амбуш просуну на этого дебила. Шаман тут есть, я шамана убью. Давай.
Как раз он может резать. Вот. И их отец. И... Я ханта убил. Угу. И мобау. И мобау убьем еще. Не повезло вам, пацаны. А вы уже где-то были близко, да? Тут, видимо, что-то интересное происходит. Видимо, там какой-то босс. Эпичный. Надеюсь, это их не NPC, блин. Они сопровождали. Минус 4. Только на вам. Вон, я вижу, там то орк. Тугнар. Зовут. Походу на него. Возможно, они за ним шли освобождать. Видишь там сундучок? Где? Там. В смысле, с ромовский или нет? Да нет, обычный, по-моему. Блин, обычные нам нужны с тобой. А где? А, вон вижу. Тут вроде как далековато от всех. Попробую открыть. Да моба 20-й не должны так далеко быть. Что это такое? Hell of Offhand. Хрена себе там Offhand. Я такой престом бы носил нафиг. Несчастненькие. Вот зараза, какой-то маг резнулся внизу. 29-й левел причем. Такой, я 29-й. High level тут вообще именно. Пошло разбираться? Я сейчас нагнусь. Смотри, да, какие орки все бахаюзерные. У меня яды. Сейчас. Блин, где ты все время лазишь? А, ты вот он. Да я тут, я, у меня яды просто кончили. Все, где там? У них тут, смотри, реально богоюзерные... Да нет, шаман, не надо тебе навесаться, я тебе отвечаю. Лес это для слабаков. В тебя кастуют что-то, отходи дальше. Надеюсь, я вижу, он не, скорее всего собьется каст. Не в тебя, не в тебя, не в тебя. Он тут качается, дебил. Еще один резнулся, лок резнулся, Кент. Блин, я возле мага, ну ладно, иду к тебе. Ладно, это сам его. Кастует. Вот зараза, пернул. Да-да-да-да-да, умничка. Значит, и остальные должны вставать уже. Мах, твою мать, он в тебя кастует. Уже нет. Но сейчас будет кастовать. Ай-яй-яй-яй-яй. Черт. Блин. Давай там что-то подстолби его. У меня ускоралки жалко нет. Так, сейчас уже буду я убивать. Не будешь. Спасибо. Тогда моба, наверное. Шаман. Черт. Череп, уходим. Ой-ой-ой. Понятно. Не уйдешь тут. Ну это, видимо, это... Дев-команда. Да дружные, дружные, никто ж не скажет, но все равно, не, вечно он там не будет стоять. Фиральчик 24-й бегает. Я подожду, пока ты кого-нибудь начнешь атаковать. Давай, Фирал. Блин, надо все-таки коснуть тебя разочек, потом амбуша. Мне просто, мне кажется, что у меня ДПС очень сильно возрос. Ну, мне может кажется. Ты убежал, да? Угу. Я уже охочусь на спирала. Ты не успел. Я хотел этот... Ваниш сап, но не успел. Блин, он зараза, фирал ушел в стелс. Бесит эти фиралы, да? Если что, закрысим. Они уже все порезались, но... Так, хант... Хант спускается вниз. Хант атакует моба. Хант стреляет. А черепа там уже нету возле ворот? Не знаю. Я в другом месте немножко. Ну вот тыкается кнопка есть. Нас палят тут. Хотя он за магом побежал 19-м. За локом, вернее. Подожду одну минутку. Сейчас я подойду.
А согласись, у них тут наверняка считается, что вот это самая безопасная локация. В смысле? Ну потому что кто ж сюда побежит качаться, да? Из-за Альянса. Смотри, там к тебе маг 29 бежит. Ну вот, и реально, вот тут своего левела Альянса должен, ну, вряд ли что-то будет. Ну, такие вот, как слышишь, мы. Слышишь, а ты встретишь мага или нет? А ну спустись вот чуть ниже напролет. Я тут уже двоих убил. Он к тебе блинканется. Я... А, или ты внизу? Я выше, но я возле уже, него. Уже поздно. И он до встречать, понял? Он меня успеет приморозить и блинкануться. Или ждать, пока щиток спадет. Лок, конечно, классная цель, но, блин, мага надо первого убивать. Встретишь его, да? Ага, он вот думает, что ты там, короче, видишь? Блин, да давай! Блин, тупой замедляющий, да прям. Есть. Но мне метка, я ухожу. Ага. Я в стелс. Смотрю, чтоб никто не гнался, никто не гонится. Я вернусь сейчас. Давай там загрызим уже кого-то. О, метка слетела. Вот умнички, да? Они глупые, они сразу же перевешивают их на мобов. Скрипты, да? О, моб! Повешу я на него метку. Слушай, план номер два это... Меня там Шам задолбал. План номер два это убить ихнего НПЦ. А он там стоит? Пока что... Да. Ладно, какой, а зачем нам план номер два? Тут всего лишь Лок и Хант. Не, я ж ничего, просто что... Съешь Ханта, я с ним Лока и все. Ладно. Я пошел Ханту. Скажешь, когда подойдешь? Да, он уже стреляет моба. Может, я пошел. Да. Минус Лок. Да, то как я так промахнулся, и Хант тоже умер. Мне дотик, но ничего. Эту хрень, по-моему, я снимаю. Да. Угу. Ребят, это бессмысленно. Нету ваших квестов, все. О, Шама бежит. Вот он меня бесил. Блин, успеть бы. Не успеваю. Корни, сейчас, может, корни, 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 Кен. Да, его мобы закрыли. Они еще хуже. Разве тут мобы корни кидают? Я кидаю корни. Да я понял, но это его мысли, он же не видел тебя. Так, а еще тут Ферал, помнишь? Тут Рога, я вывел его со стелса. Блин, я ползу к тебе. Ну я не... Да-да-да, ты такой хитрый Рога, думаешь, я сейчас стелс, ваниш уйду, да? Вот сразу, он сейчас ваниш уйдет. Сейчас есть. Идут тебе сразу, наверняка, что... Бинтиком бьется. Ух ты же, ну блин. Он почти отхилился, да? Угу. Так, подожди, там внизу друидка. Да, тоже фармит. Ну мне достался, вот остался. Ой, блин, я, по-моему, разобьюсь, но ничего, я как раз ему пинал дождь. Разобьюсь, короче. Привет. Мы вас здесь всех уничтожим, мудаки. Это за все, что вы делали. Вообще, мне кажется, что БГ это тупо, вообще не для нас. А здесь убийств больше набивается. Я за БГ, я же говорю, 9 киллов набил. 9, блин, за 3 БГ. Я тут уже 17 штук набил. Ну, с учетом того, что у меня было 9, да? Я набил 21. Я ждох тут еще. Так, давай еще посмотрим по краям, наверное. Давай, ты налево, я направо, вот тут поэтому. Ну, внизу может кто-то есть. Там вроде нету слева. Вроде никто ничего не кастует. Я еще наверх подымусь разочек. Тут пэт локовский, значит там есть лок. Где он? Нашел лока. Эй, хантец, Кент. В
тебя, только ты тыщ. Да ладно, я все, я уже убью Лука. Ты видел, тебя только ты тыщ. Черт, или не убью, у него щиток. Ладно. И у него фир. Я сейчас сделаю все. Сейчас щиток слетит, все. Второй фир, фух. Так, контец, ну никуда не убегай. Ну зачем, блин? Блин, дебил. Догонялки дурацкие вот эти вот. Ах ты ж, бля, он банки жрет. Ну все, мне теперь тебе никогда гнать никогда. Перерасход явно банок. Как он так с тебя сейчас консилил? Подожди, там что-то бежит. Это рога. И он почти умер. Но он не остановится, видимо, по его ХП. Ну может добью 12%, 7%. 7, давай, давай, давай. Давайте, мобики, давайте. 10. Давайте. Черт. Сейчас. 12%, где-то он бинтиком хилится. А вот зараза. Ладно. Где-то он там уже. Он в стелсе там, наверное, сидит, жрет, не? Вот скотина. Видимо, спрыгнул вниз. Ну поищу его тут возле деревья. Не? Тут сундучок, которым закрытый. В смысле, роговский? Открою сейчас. Надеюсь, могу. Вряд ли, да. Могу. Правда, там мясо охрененское, но все равно. Да пофиг, зато прокачалась, наверное, шпафа немножко. Да, 90 стало. Оно сложно, если честно, качается. Приходится воровать. Ядыш тоже качается, да? Да, но я не пойму как. Они не апаются выше. Ферал! Черт, у меня еще один сундучок, я потом подойду. Ух ты ж, блин, шустрый какой. Стоп. Стой, Феральчик. Да, кстати, это место тоже запомнить. Вот, блин. Как классное место для фарма фералов. Давай! Больше мобов в агре. Я смотрю, он бежит к выходу, то, по большому кругу, да? Но я боюсь, я не успею так быстро. А ничего страшного, мне просто интересно, сколько он мобов выдержит еще. Давай, моба. Съели? А? Съели? Нет, зараза, к сожалению, наверное, не съедят, что-то он слишком крутой. Я ускорялку убаю сейчас. Я вот на выходе жду его. Сейчас я ему корни пробью. Да не надо, не надо, не надо, не надо. Пусть может бежит. Он не знает, что можно реформу делать. Вот он я. Все. Столько бежать. Я столько удовольствия получил гнать его по такому кругу, именно, знаешь. Как какой-то глупый скот. Ну корова. А я просто просчитал, куда он пойдет и встретил его. Я вел его к тебе. Гнал. Так, еще кто-то бежит, смотри. Это Лок. Он упал вниз. Ничего. Я помогу. А упал, да? Есть. Все. Я спас Лока. Ну все. От неминуемой смерти он был. Так, я вижу, у меня тут моб с меткой. Значит, где-то есть хант. Вот он. Это наш знакомый орковский 22-й хантец. Фарми его. Ну, парень тебя... с кабаном. Сейчас я подойду к нему. Я ж ничего, я буду спешить. Тут серьезное ПВП. Привет, хант. А мы не виделись? Не. Черт, помазал лампу. Ну ничего. Так убью. Главное, чтобы метку не кинул. А мне кажется, мне возвращает энергию за бэкстапы. Блин, там внизу друид. Опять бэкстап, нагрел мобов. Фанатеет или что-то? А он по внешнему кругу бежит или где? Вон внизу пока. Пока что я бегу за ним. Он пока собирает всех мобов. А он кверху бежит или как? Я не понимаю, где он. Или он чисто по низу бегает? А все, он странно. Не рассчитал свои силы, да? Да. Глупые мобы его все-таки зафармили. И чтобы они тебя не зафармили. Ах ты ж говно, смотри, хантец. Ах ты ж хантец. Мой. Мой, подстань от него. Мой.
Есть. Охота. А это, если честно, больно, но все равно приятно. Блин, я упал. Не, ну разница 5 левелов, это не разница 50 левелов, все равно. Ну да, сейчас как придут черепа мудацкие, блин, начнут. Конченые слабаки, блин. Мы только что тридцатника убивали, ничего, блин. А пускай эти шестидесятники убьют там, на 3 левела выше себя. А засут они. Если убьют кого-то 63-го, то обосрутся. Хантец что-то не встает. Мне это не нравится. Там у них по 2 минуты уже эти. Вес выплен. Не, ну он должен выйти из тела, тогда я его не смогу выделять, по идее, да? Ну, если он выйдет с тела. Не, а он стоит, ждет, тело должно лежать. Вот. А потом тело исчезает, появляется скелетик, это означает, что он резнулся где-то рядышком. Видимо, им тут уже не очень нравится квесты делать. Не знаю, друид до сих пор фармит, отвечаю. Говорит, охрененно. У тебя наверху, что ли? Угу. Только их тут оказывается два. Есть 24-й, а есть 26-й. Расплодилось этих друидов, сейчас я подойду в порядок. Давай, друид 26-й, давай. А ты, чтоб ты... Ух ты, как я ему бэк отпустил. Ну, нет. Блин. Медведь, все серьезно. Блин, ну конечно, вдвоем с мобом. Ладно, давай это как-то так. Вот блин. Я в бою тоже. Не, не в бою, все нормально. Давай зафармим их, что-то. Куда ты прыгаешь? Я сейчас спрыгну, да тут безопасно можно убежать. Я уже 100 раз так делал. И тут по крышам классно бегать, кстати. Так, что тут пробежало такое странное? А, это мобы тут прыгают через. Но у меня никого нету. Никто больше трава не спасет, понятно? Так он и загниет там. Ходят ему молятся, блин. Трал, наш король, блин. Говно, блин. Ваш трал зеленая. Истинный король, король Рим. Ну хотя бы не назначал всяких там этих хороших, да, которые там потом перебивали кучу людей. Он видно, что хороший король. Ладно, что, пошли дальше? Да, походу все. Где-то еще есть какие-то локации. Орки закончились, походу, дела. Да, жалко. Черт, я еще и вышел, остался, ну ничего. Да пофиг, пошли. Да пошел ты в жопу. Замедляет он. Сейчас прибежите сюда, еще тьма 60-ника. О, наш, кстати, прибежал на нож. А все, мы там уже всех убили. Ой, не туда, нам в другую сторону. Нам, по-моему, Соулшора, наш город. Можно, кстати, зайти в Инстик и выбить эту кольцо, что ты хотел. У меня уже есть на интеллект офигенное кольцо. У меня, кстати, тоже. Везуха тебе тоже. Ну, больше, конечно, духа. То есть у меня реген ХП будет выше, что плюс, по идее. Ага. В принципе, в борьбе с элитой тебе особо не надо даже хилить, да? Ну и да. Так захилишься. Ты ж видел, как я с элитой воевал? Я видел, вообще нормально. Буквально тебя не похилил 5 минут, и ты уже фулка у тебя.
Ну тоже наши бесят эти бегают, сороковники. Чё ты здесь бегаешь, вали отсюда. Еще и, блин, эти. Тут блин. Все орки на мои, блин. Смотрите, я сороковый уже с лошадью. Ага, я сороковый с лошадью могу фармить нубов тут. Охренеть. Видно, что зло, блин, абсолютное. Особенно хумы. Разве по моему роге несчастникам видно, что он зло? Он такой добренький. Ах вы ж суд. Ах вы ж. Ах ты ж говно. Поможем, да, несчастникам нашему это? Сейчас поможем. Ах, что там у нас происходит? Вот они нас убили. Блин, да вы нубы вообще 32-й левела. Да вы издеваетесь. 29-й. И плачут, блин. Понятно все, короче, с вами альянс. Ай, блин, да. 2, 30-й и 35-й не могли убить 29-го, я пришел убить. Я один сдох. Ага. Он, конечно, мах, но, блин, все равно. По-моему, здесь мы зря вообще бежим под стелсом. Думаешь, смотри, сколько скелетов. Хотя, да, скелеты должны настораживать нас. Чё там? Да ничего. Чё там? А, нет, всё-таки ты прав, надо под стелсом бежать было. Если можешь, уходи. А что такое? Там мах фармит. А, череп. Я смотрю, что не только маг, да? Феррал наш... прыгает. Ага. Его, конечно, наш шестидесятник прист еле-еле прогнал. Ну ладно. Здесь вообще есть квесты. Или живые НПЦ. Сороковый, шестидесятый прист. На тебе пристик бабчик, и ты станешь намного мощнее, намного. Что-то у него даже ХП не дернулось, но все равно он стал. Квест не открыт, второй квест не открыт, третий квест не открыт. Хм. Четвертый не открыт. Да ладно, не может же быть такого, что мы здесь слишком мелкие левела для этого, для этой локации. Ну, как видишь, беленькие, хотя. 20-й, 30-й, ну мы же больше, чем 20-й, да? Мало ли что тут пишут. 20-й, 30-й. Хм. Не знаю, что тебе сказать. Я вижу только, что тут ни хрена нету вообще. О, попугайчик. Повезло тебе. Черт. Он теперь в инвентаре постоянно. Везуха. А он что, не учится, да? Повезло тебе, че. Будете еще по этому накидать. В коллекцию соберешь. Кошечек там. Как тяжело раньше было, да, коллекцию собирать? Хардкорно. Так, может тут что-то продают интересное, типа рецептов? Ну вот рецепт на сила, выносливость тела. Ну оно крутое. А, у нас тут рыцарь, лейтенант и... Лейтенант пришел. Не, рецепты тут не ахти. Иероглифы пишут, умнички. Нет, тут ничего нету, к сожалению. Достойного для крафта. Более того, я, конечно, не уверен, но, по-моему, слышишь, а ботинки убили. А ботинки и штаны у тебя не это. Не одинаково называются. Штаны и ботинки. Которые из штанов? Ну какие? Ну те, которые я тебе в рецепт скидывал. Ботинки те, что ты купил на Арате. То не ботинки были, то были штаны. Ноги. А, то были ноги? Да.
И они, кстати, хуже. Чёрт, мы тогда покупали. Я думал, то ботинки. Трата денег, блин, вообще. Давали бы мне хотя бы одну серебряную за каждого убитого мною орка. Где-то я читал, что возможно марки можно менять на Gold, вот это, Mark of Honor. Да? Да, но это ж опять надо побеждать. Ну, участвовать хотя бы в этой всей фигне. Я не уверен на 100%, но что-то я такое помню, я читал. Слышишь, ну что мы запланируем? Либо мы пойдем отомстим сейчас оркам опять же таки. За такую несправедливость. Да я бы сейчас пошел бы в шторм лучше и проверил тюрьму, да? И влез, да. Вот только как туда теперь попасть без ветрокрыла? Воротишь что ли бежать, а по дороге отомстить оркам? Придется. Придется, да? Опять мстить. Опять. Жизнь борьба. Черт. Попугайчик, ну не гони. Ну что ты? Отвечаю, ну это плохо. Тут всегда было, да? Я еще не удивлюсь, если его можно убить. Фух. В отличие от тупых пираток, их можно, этого попугайчика можно было убрать. А прикинь, круто. Да, на цикле такой лафа нету. Ага. Вообще заметил, что тут нету вот такого идиотизма админовского, как на цикле творится, да? Ну, в плане там, вместо квеста просто какой-то там однохэповый голем стоит там или... Ну да. Дело в том, что тут же ж проще в том плане, что в основном нет таких квестов. Нет квестов вылечить, нету квестов там... В приста есть квест вылечить и бафнуть. И он встает, когда его хилишь и идешь. И когда бафает, такой честь тебе отдает. Да? Вот, я просто да. Не видел. Может быть. Просто как-то другой абсолютно подход. Не просто бабло, а, ну, то есть ты делаешь качественно. Блин. Все нормально. Маны у него. Я его испугал. Так, пристик. 29-й. Я начну, ты будешь догонять. Подожди, там дальше спирал 28-й. Так, я пока не начинаю. Тем более его не догнал. Черт. А вот. Чё ты вышел? Тебе нельзя бить, что ли, из-под стелса? Можно, можно. Я думал, я его догоню. Ну, 28-е слишком сложные, 29-е. А чё, как говно? 22-е нормальные, 21-е. Нет, там же 24-й или 25-й. Ну и маг 29-й там был. Который должен был, по идее, нас обоих убить. Ну он только что чуть не убил 30-й плюс. Только что он убил 30-го, 35-го. И если бы я не... Почему Ляс такие слабые? Не ворвался бы и не отомстил бы ему, он бы и второго убил бы. Первый бы тебя поблагодарил, но горе затмило ему разум. Он просто поплакал. И убежал. Блин, странно, да? Какие что-то интересные квесты. Тут мобы вроде даже нашел левела. Да, видимо, тут понял. Контр-квесты, наверное, какие-то, знаешь. Не знаю. Ну, более высокого уровня и на... Другие локации? Я бы сказал бы, наверное, на... Каких-то элитников, гвардов, этих, ну, орков, я не знаю, может быть, что-то такое. Кстати, хотел тебя спросить, что ты думаешь про Open PvP сейчас? В смысле? Ты же говорил, БГ это круто, Open PvP это дерьмо. Мочи ну, сделать, БГшки это дерьмо, да? Если честно. Ну, формально, смотри, в любом случае, вот PvP ротация мне даже в катаклизме больше нравится, чем здесь. Не, больше возможностей, замедления. Всякие сейвы. Не, я за катаклизм ничего не говорю. Я тебе уже говорил за Пандария плюс, где начали скиллы урезать и так далее. Катаклизм, как по мне, он может потому, что у меня такие внутренние ассоциации, но он у меня остается самым любимым в плане PvP. Что-то мне там все понятно и логично. Может потому, что я там дольше всего PvP шел, конечно, но... Там лог 29 внутри. Да ну нафиг.
Но мне в катаклизме Феррал не нравится. Он постоянно Почему сидит в там корнях. Постоянно в корнях, постоянно в сковываниях магических. Блин, он с кем-то дерется с нашим, да? Да. А где сам он делся? Да он спрыгнул вниз. Не благодари. А, это маг? Черт. Ну, странно, ты... а где же Шлок? Это не было. Ты думаешь? По-моему, маг был вообще. А это 29-й? Да. А вот наш Ролга, которого он по речку превращал. Вон внизу еще. Хантец 27-й. Там тотем стоит. Еще внизу, поэтому смотри. Тут Феррал. У меня яды кончаются. Подожди. И... Бар 27-й. Да тут у них вообще фул пачка, блин. А мне, блин, вообще страх теряют, блин, я не знаю. Вот отвлечешься чуть-чуть. Так, что там у нас есть? Ладно, прыгаю. Код какого-то ханта. Да, но самого ханта я не вижу. Хотя вот они сейчас, по идее, к нему бегут, мобы, правильно? Нет, отстали. Странно. Ладно, там есть еще что-то... А вот хантец, да? Нашел ты? Да вот, прямо ты на него идешь. А, вот этот? И он пятится такой. Ну там есть еще кто-то. Вар. Черт. Череп, твою мать! Ну да, 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 я понял. Да все, все, я понял, да. Блин. Вот говно, блин. И сидел где-то в засаде чмо за домом, блин. И ржет, вот зараза. Ага. Да красавчик, красавчик просто. Тебе повезло, что у нас тут квесты не вашего уровня, а то мы тут, блин, рассказали бы, чья это локация. Ага. Делали бы они квесты после этого. Пришлось бы делать эти квесты, блин, в этот... В горы свои мудацкие, там, где у них там... На Гарпии. Да на Гарпии мы тоже потом сходим. Да сходим. Там, конечно, не так удобно все это делать. Но тоже на Гарпиях можно нормально нафармить. На 29. У меня будет два бэка. Хрена себе. Как тебя побеждать же вообще на 29? Я буду только подходить, как... Все. Небольшая дилемма. Хотя, что там дилемма? В принципе, я могу сделать в 1,5 минуты меньше откат ваниша и у ворота своих. Или могу сделать, допустим, ну только один раз выучить и выучить второй раз еще на 4% мощнее бэкстап и амуш. Ну зараза ждет. Наверху или внизу? Наверху. Черт, я не могу не интересоваться, кроме как внизу. Я могу наверху, я уже ухожу отсюда. Надеюсь. Черт, я не могу. Херово. Да. Не, ну я могу его засапать. Скалка у меня есть. Но если у меня повесит хоть один дот, то мне хана. Потому что я тут брожу не очень хорошо. А где он вообще, ты увидишь, не? Да. Как бы туда забраться? Да, он где-то хрен знает. Он наверху бегает по ватку, получается, да? Ага. 4000 маны, он не крутой. Не хай левел, я знаю. Должно быть 1006, но все равно. А не, могу леснуться сверху. Но, блин, почти возле него, к сожалению. А ускорялку врубай, что-то я не уверен, что он бы на пэте стоял ждал. Блин, там, конечно, блин... Ладно. Пол хп у Роги ихнего, ну все, в жопу. Он тебя увидел, уходим. Он вызывает пэта, твою мать. В разные Ладно. Стороны. Да, в разные стороны. Он побежал в твою, или по дороге. Прижмись к
горам каким-нибудь. Угу. Не, он все равно убил. Наверное, это мститель какой-то. Да не, он просто случайно там. Скорее всего, мститель за счет еще того, что мы там долго фармили. Только мы потом ушли, а он, наверное, стоял и ждал. Не, ну допустим, вот когда я фармлю в Айоне, рога я фармил, то я всегда менял место дислокации. Каждый там. Ну там. Минут 10-20, даже 10 чаще всего. Потому что я знал, что если долго в одном месте пробыть, то там по-любому мститель придет. Ну они ж не повсюду орки, да? Нечестно, да? Так. Ну а ты говоришь World PvP. В принципе, минусов иногда бывает больше, чем плюсов. Без минусов... Тебя два раза убили, ты убил 25 не, человек. Ну, допустим, не, я не в том смысле. Допустим, да, вот Мстители это раз, это один из минусов. Да, ну... Но даже не это самый главный минус. Минус заключается в том, что мы же даже не пвпшимся. Мы же просто фармим беззащитных буквально орков, ну, даже если они выше нас левелов. Как ты сравниваешь? Это то же самое, что на 60-м сказать, что мы на БГ фармим беззащитных орков. По сути, мы с тобой просто такой класс. Были бы мы с тобой вары приз, мы чтобы никого не трогали или что? Мы бы трогали, просто это было бы ПВП, то есть, а урок такое ПВП, как я понимаю. Мне оно тоже не сильно прусь от него. Ну, местами, не то чтобы вообще не прусь. Интересно, где-то сильно далеко тут меня ждет. А дело в том, что, допустим, вот теоретически, если мы доживем когда-нибудь до 60 уровня, теоретически, это не точно вообще, то что мешает? Уже не будет никаких мстителей, уже не будет никаких этих, а все равно же есть какие-то дейлики, какие-то захваты, какие-то локации, где кто-то что-то делает, понимаешь, твоего уровня, 60-го. Это что же World PvP? Не, ну минусы все равно есть, очень большие. На БГ все равно идешь конкретно ПВПшить. Хочешь ПВПшить, иди на БГ. Просто что здесь такие БГ дебильные, блин, на которых я еще ни, блин, ни разу такого не видел, блин. Ни на одном сервере, даже на пиратских. Твинков много. Да даже не то, чтобы твинков, ну как так вообще? А мне даже кажется не твинков, мне даже, знаешь, кажется, что как-то орда более серьезно относится к своему шмоту. Она что-то захотела, и она себе ее это достала, им это важно очень. И блин, почему всегда орков на одного, на два больше? Почему ливают альянс, блин, я не понимаю. Почему, блин... Это всегда было, господи, а где-то мы... Орков, блин, 7, наших, блин, 4, блин, какого хрена вообще такое происходит, не пойму. И так постоянно, каждая БГ орков на одного больше. И какого хрена, блин, киллов смотришь, орков по 5 киллов, у наших 0 киллов у всех. Одного меня 2 килла. И все, и больше ни у кого нету киллов. Че это за бред вообще? Это... И, конечно, тут в этом случае World PvP чем-то лучше. С другой стороны, если набивать киллы и Конор, в любом случае это намного легче фармить все-таки БГшки. Да хрен его знает. Для того, чтобы ходить на БГ, надо более серьезно подходить к шму. Я вот не пойму, почему так мало шмута вообще в инстах на нас с тобой. Легкого. Да, потому что друида вообще не должно быть, блин, фералов. Не, ну а рог. А хантоу на этом промежутке. Это ж все легкий шмут. Ну, видимо, где-то они пушки выбили. Наверное, инженеры крафтят пушки. Хантам. И все, и хватит. Не, ну по сути там вот это хотя бы там верх, низ, там боты, перчи. Я смотрел, вот это все там чуть ли не весь сет можно выбить до 30 левела, моему престую весь синий он будет, понял. Ну там может там что-то не будет, я не уверен. Какая разница, ты все равно их ваншотаешь, блин. Не, ну может не все этим заморачиваются просто. А те, кто на БГ ходит, заморачиваются. И я это очень серьезно наблюдаю, потому что вот я смотрю, допустим, наши... Ну, никогда не видела там наших локов, престов, там, магов, да?
У них, ну, 1500 маны. А орковских выделяешь, у них где-то 2500 маны. Ну да. То есть это уже уровень намного круче. Ты под стелсом ползешь? Да, ну, видимо, зря. Тут пока никого не встретил, только наших двоих. Да. 35-ников. Может, они задрачивают ту БГ пожизненно, блин, и покупают себе фул БГшный шмот. Я не знаю. Ну, орать я пробовал регать, что-то долго я его ждал. Блин, ты меня обманул. А что, был враг? 35-й вард сзади тебя. Ну, я не видел, может, он где-то с лесу выбежал. Или он, может, ждал он именно тебя. С леса выбежал. Черт. Его 30... А ладно. Нет. А не, он еще бежит. Выбегай. Кто выбегать? Ты, а, я выбегаю. Выбегаю. На дорогу. Интересно, я успею? Он впереди тебя сильно, не? Нет, я его в поле видимости. Но все его почему-то не хотят убивать. А он бежит прямо на наших, странно. 32-й ты имеешь в виду, да? Да. Ты его решил сам прям? Вообще не, прям... я начну под воротами. А, ладно. А ты потом присоединишься. Что такое, вард не попал, да? Фигня. Вроде 32-й. Долго бежал, блин, дебил. Это тебе месть за то, что ты, блин, травишь на своих локов хай-левельных. А че он прям сюда бежал? Тупо прям к нам сюда. Вот 5 левелов разницы. Нормально же зафармили, как бы, мужики, блин. И не сдыхали, да? На одном варе, один, чтобы кто-то сдох. А кто им виноват, что они дебилы толпой, блин, бегают, не могут нас зафармить, блин, на 5 левелов выше себя, блин. Так, где тут у них грифон мастера? Вот он. Полетели в шторм тогда. Заскочим в тюрьму. У меня, кстати, есть туда прям в туда есть. Я понял, но заскочим в тюрьму. Ну я прокрадусь сам, если что, скажу тебе есть. А, ну ладно. Это да, ФК, короче. Я тоже.